Всем привет, друзья мои! С вами Алмазный Клеер. И сегодня мы играем как бы в Майнкрафт. А с каким модом, вы скоро уже узнаете. Клеер, здоровайся! Привет! Мы без модов. О. Нет, мы с модом, с одним только. И даже вот. Без чата. Вообще. Да, без чата. То есть мы сейчас не на сервере. Да, то есть мы не на покемонах. И знаете, что за мод будет? Знаю. А сейчас я войду в креатив. Как? Команда Game Mod 1. А можно, да? И покажу вам аниматроников. Фокси, Коди, Фредди, Чика, Джо, Мангл, ой, Бонни, Балангай, Марионетка, а также Спринттрап. Спринттрап есть. Я даже не знал, что Спринттрап тут есть. В общем-то, у нас с Клеером были небольшие разногласия по поводу того, я ему один FNAF предложил, он мне этот, ну и все-таки сговорились на том, который он предложил, так как тут круче модельки, они более такие 3D-шные. Вот, и ребята, пишите в комментариях нам с Клеером, какой бы вы хотели видеть мод на сервере Принцесс, там, вот FNAF, который вы сейчас увидите, можно... Зайчиками. Потом можно покемончиков, Industrial Craft или Town Craft. Вот выбирайте. Вот мы больше с Клеером хотим, чтобы там был или как бы FNAF, или Pixelmon. Выбирайте вы. Да. За какой, так сказать, мод будет больше колоссов, тот и будет стоять. То есть один из четырех. То есть там Таункрафт, Industrial Craft 2, потом Пиксельмон и FNAF. Какой-то из четырех. Пишите, на который больше будут просить, тот пиши. Ставит. Вот. А ты, хотя ты без креатива? А я не помню. Не включай креатив. Прыгнуть надо, узнать, да? Не-не-не, у тебя показывают сердечки. Ой, блин, снесло сердечки. Иди сюда, сюда ко мне иди. Да. На. Ты где, блин? Да я впереди стою. Ой. Вот он ты. И, в общем-то, сегодня Клеер будет нашим подопытным. Ща прямо, ага. Итак. Давай сначала. Будем мы спавнить сейчас аниматроников. А, круто. И издеваться над Клеером. А у тебя яйцо. Клееру это очень нравится. Чего? Так, первый у нас идет Фокси. Ух ты. Со сломанной пастью. Кто ему вмочали? Вон она. Стой, а ты в креативе или нет? Сердечки да. Есть? Есть. Подойди к нему поближе. Погладишь ты? Да. Ой. Вот, слышите? Мама. Слышите звук? Иди нахер. Слышите звук? Он жутко смеется, да? Какой жуткий падла, да? Падла. Блин, страшно даже. В глазах. Офигеть. Ну как? У меня сдох персонаж. Так неинтересно. Нет, ты живой. Возвращается. Ты живой? Нет, я возродиться. Я нажимаю возродиться. Сейчас я эту тварь заколочу. Да ты когда сдохнешь, да, скотина. Че такая всякая? О. Давай, возрождайся. Они даже не возрождают. Не возрождают. Не возрождают. Почему? Ой. Так, в общем-то, ребята, сейчас Клеер призой. Да, Клеер? Чё? Я пришел. Вот. Молодец. Чё-то... Ага. Подожди. В настройках маленько поковыряемся. Окей. Не так. А, сет, да? А я с РТ. Сет. Во, день. Здорово. И сейчас я перейду в режим выживания. И буду на себе их тестить. Таких жутких тварей. Опа, они горят. Прикинь. Первый. Пингвин. Блин, какой он страшный, Клеер. Иди сюда. Только близко не подходи. Все, мельтешит. Сдохни, сдохни, тварь, сдохни. Сдохни. Фух. Он сдох. Это он орёт. Так я не понял. Они как работают-то? А вот смотри. К ним подходить нельзя, что? Вот так. Нечестно. Он меня тоже засасывает. Интересно, а что?
Интересно, а что будет? Сдохни, сдохни, сдохни. Фу, убил вовремя. Нет, я не про это. О, Фокси, иди сюда. Ладно, я жопу пошел. Жопу свою показывал, прикинь. Так, Чика. Блин, тварь безрукая. Чмошница. Чё ты? Чё, не можешь меня засосать? А, засосал, засасывает. Не надо меня целовать, не надо. Убери, убери, убери. Так. Во, это чё за петух? Он не из ФНАФа, слышь? А ты чё? Где? Это ж доставщик пиццы. Я тебе помогу. О, мангл. Тащайте на кусок. Иди, я тебя обниму, мне тебя жалко. Ты такая тощая, такая гадкая тварь. Так, ну что ты мне сделаешь? Так, ну-ка. Она. Так, смотри, вот она жутко. Так. Вещи, это мои вещи, скинь мне все. Мои вещи. Козёл. Ну, обидно, конечно, что не придумали здесь скримеров. Надеюсь, в будущем придумают. Надеюсь, придумают еще спаун автоматически этих аниматроников. А сейчас я остальных буду тестить. Аниматроников? Вот. Как-то так. Да-да-да. Жутких тварей я буду тестить сейчас. Да, так, я в броне, слышь? Да-да-да. Ты чё? Ты глянь, он как зомби одну руку протянул. На, я тебе броню скидываю, мне тебе жалко. У него рожи нету, прям как в это во ФНАФе. Помнишь? Ты на во второй части. Ему что ли? Зай? Да. Да. Мне его жалко. У него рожи нету, пускай прикроет ее шлемом, а то страшный. Так, потом Фредди не видели. А потом не видели мы Джоя толком. Потом Мангл. Ты чё бо-бо-бо заспавнил? Не надо мне бо-бо спавнить. Да. Ходишь. Не, вот, если был бы хороший. Слышь, а Бомбо не страшный. Да? Да, а он чё? Хороший. А ты подойди к нему. Ну еще, вот я его даже толкаю. Сам попробуй. О, странно. А ты, наверное, креатей. Иди нахер! Плава, мне съел! Чё, марионетка, спали? Дурак! Сука! Вот нахер всех заспавнила, а? Ты как дурак, блин! Вообще, блин, еще вот, блин, взял, заспавнил марионетку. А это яйца нашел. Яйца нашел. Знаешь? Слушай, он за тобой ходит. Кто? Этот чувак, он за тобой сейчас шел. Не ври. Он только что шел, я видел, он двигается. Он должен ходить за мной. Сдох, не сдох. Сдох. Так вот, Фокси. Такой. Потом Фредди. О! Обнимашки с Фреддиком. Он так и просит обнять. Иди обними Фредди. Он хочет обнять Клевера. Иди, я тебя обниму. Иди, я тебе мечом приклею, скотина. Вот жалко, что во ФНАФе нельзя аниматроников убивать. Так. Значит, ты доставщик пиц. А не пошел бы ка ты в куриное суперцарство. Так, Мангл, скелетина, кусок, нарексичка долбаная. Так, вот, понял. Вот такие мы развлекухи можем. Так, ты подожди, мы еще не всех видели, мы еще спринтрапа не видели. Еще спринтрап есть? Да. Слышь, это... слышь, а я мелкого шкета не могу атаковать, он сильно низкий, ты прикинь? Я его еле-еле загасил. Ой. Ой, падла. Чмошник. Чмошница. А почему на ней? Где же шкатулка? Ты себе спёр? Ну, что? Нет. Чё за пингвин? Чё за... Чё? Три нога какая-то. Это вешалка. Так.
Тренога, короче, будет у нас. Это... Блин, ну конечно, неплохо. Еще бы добавили скример. Чтобы уж до полной этой. А че ты в креатив-то? Я не. Ну я беру вообще-то новых аниматроников. Да ты че? Так, значит. Лишь бы не сдохну. Нет, все, я обратно выхожу из креатива. Последний. Ой. Ух ты, блин, ты посмотри на его глаза. Слышу, у него что-то с руками. Опа-на! Я в обратную сторону, прикинь. Он меня схватил. Он повернулся. Опа! Он поворачивается. Я сопротивляюсь. Не-не-не! Иди отсюда! Подойди, Клеер. Нет. Он хочет. Ой, ты что толкаешь? Он хочет, чтобы ты подошел. Опа! А я мимо. Ты так, на, видал? Видал, высокой силы. Да ты кого там? Спрятался за кустом. Обосрался. А теперь мы, знаете, что сделаем? Что? Посмотрим еще, вдруг здесь еще что-нибудь есть. Как материал. Нет. То есть нам добавилось только несколько аниматроников. О, нет, и корова. И чё, что корова? А, это баран. О, ёлки-палки, уже барана от коровы не может отличить. А как на нём покататься? Покататься? Никак. Покататься? Никак. Никак? Как? Никак. Никак. О, да. Ты отсюда. Блин, как страшно опять папе. Убери ее. Ладно, сейчас уберу, не волнуйся. Так, ты заспавнился? Ты заспавнился, Клеер? Да, я делал. Я убежал. Ты заспавнился? Да. Молодец. Ой. Ты опять я припер? Как весело, Клевер с марионеткой пусть устроил. Сейчас я ее замочаю. Видите, как. Видите, как они хорошо танцуют. Ну, так. А с кем еще Клеер хочет потанцевать? Дайте я догадаюсь. А Клеер хочет потанцевать с несколькими людьми. А именно с Чикой, Мангл и марионеткой. Значит так. Берем марионетку, Мангл и Чику и приглашаем Клевер к ним на тусу. Он вот таким вот способом. Ой. Добро пожаловать на тусу. Видишь, тебя Чика выбрала, ты ей понравился, она тебя любит. Не нашли. Как хорошо, Клевер. Клееру нравится с ними гулять. А я возродиться не могу. Тебя пригласили на танец три дамы. Ага. Им очень нравится с тобой танцевать, Клевер. Клеерут ты там. Они кричат без тебя. Они соскучились по тебе. Они без тебя плачут. Возвращайся быстрее. Да. Ну-ка, грохни его. Кого я... Ну и чё? О, наконец-то. Они их не добили. А я знаю, что я нужно... Я как вышел, блин. Сейчас мы, короче, сделаем закрытое пати для Клевера. А мы сваливаем. Сейчас мы убежим, он нас хрен найдёт. Что делаем закрытое пати мы? Закрытое пати. А мы подумаем. Вечеринку, let's party play. А мы убегаем. Вот, даже вот так быстро. Ломаем потолочки мы для Клевера. Так, бежим. Комнату для вечеринки. И куда он посадит всех аниматроников. И где ему будет очень весело. Сейчас мы убежим. Всем страшно. Ой. Вот. Клееру это очень понравится. А мы убегаем. Красиво. Нас не найдут. Нас не догонят. Мне это очень приятно. Клевер, не правда ли? Нет его. Не догонит. Не догонит. Как ты не догонит? Я ускорение. И что же ты ускорение сделал? Так, расширяем, значит, мы комнатку для Клевера. Чтобы было где танцевать всем его друзьям. Вот. Так. Все, теперь не найдет. Спавним.
всех по одному для тусы. Так. Ой, что-то Мангл дохнет. Ой, ой, Чика тоже умирает. Они ждут Клевера, им без него скучно. Да сдохните вы быстрее, новых заспали. Так. Не так. Найдут, не найдут. Так. Еще, значит, вам нужно потолочки расширить, да? И потолочки. Так, а я здесь для тебя комнатку закрытую, для закрытой вечеринки. А такое не бывает. Есть. Я убежал. Нет, не убежал. Я на природе бегай. Едешь на снежной приоре, и куда бы ты ни спрятался, тебя аниматроники все равно найдут. Нет, о, корова мне бегает. Тебя, так это уже трое. О, я в лес. Следующих троих. Сейчас бежим, 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 бежим. Вот, так эх. Чика Мангл была, теперь Фокси, Коди. Тихо. А, так я Чика. Нашел. Джо. Барана. Так Мангл была, Бонни, Балунгай, ну, Балунбой, можно так сказать. И главный наш друг, это Спринтрап. Чего? Это Блин. Твой самый главный друг. Ой, какая у тебя тут сейчас вечеринка будет. А, меня не найдёте. Север, я даже... Блин, у тебя тут этот друг твой дохнет. Я в лес бежал. Пофигу, все на лес. Лучник, мама. Так, Бонни, Балунгай. Ой, корова. Блин, еще посмотреть сюда в лес. Ой, там два лучника, мама. Да ты что дохнешь-то, а? Нет, я не дохну. Да я не тебе, я Спринтрап. О, так, Спринтрап, значит, я угодили. Вырвался из когтей. Ой. Так, сломали, значит. Вот, затем берем. О! Скотина стреляет! Мама! А еще сейчас будет приятный сюрприз. Так. Не пожрать бы что-нибудь. Хочет. Спавнить. Грибов. Во! А теперь мы делаем вот что. Берем кубик земли. Вызываем клевера. Особенно не вызывается. Ой, мама. А теперь добро пожаловать на тусовку, Клевер. Как ему весело. Ну, посмотрите, как весело Клеверу в такой хорошей компании. Как они меня нашли? Они найдут тебя везде. Мама. Вот. Быстрее, они без тебя умирают. Тихо, там у меня ребит в глазах. Да ты чё? Они умирают без тебя, а с тобой они не умирают. Что так быстро-то? Это самое весело. Так, очень чего весело. Нажимает? Так, что надо сделать? Ну что ж, что ж? Что ж, что ж? Пиксельмоны, давай, нафиг! Пиксельмоны! Давай, все, давай, я тебе помогу даже. Так, это Чика. Мама. Скорее всего. Так, сейчас я тебе... Сейчас... Не махнись, Клевер. Вон не туда. Пошли вон. А я появился? Появился. Нет. А как мне их отбиться? Я их отбиться. Так, все, значит... Я двигаться не могу. Чувачков здесь всех. Я что, в воздухе, что ли? Так. Ты что, привязан? Ты что, гад? Все. Все, зачистила. Так. Так, теперь вид сверху покажем на вечеринку. Ой, для комнату для вечеринок Клевера. Комнату для вечеринок Клевера вот показывают. Это вот такая красивая комнатка, построенная алмазом, специально для Клевера. Клеверу это было очень весело. В конце выпуска. Ну что ж, ребята, на этом пока все. Ой, ой, зомби-носач! Мама, носач! 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 Носач бегает! Ну и что ж, ребята, в выпуске с Клевером мы рассказали вам про такой мод, как модельки... Вот, тут есть... Ты где? Носач убежал. Так, вот, здесь есть в этом моде... Сейчас зомби, блин! Сейчас даже я их всех заспавню специально для вас. Так... Клевер, войди в креатив, пожалуйста, я тебя прошу, чтобы тебя никто не напугал. Ух ты, блин, а то будет приятно. Вот так, теперь. Их всех спам. Войди в креатив, войди в креатив. Так.
Всю компанию мы спавним. Вот. Всю веселую тусу клевера. Ко мне. Мо. Так, давай, еще. Один. Еще. Живой. Так. Еще последний. Еще один гость. Вот он. Все. Вот, мы все заспатили, в общем-то. Слабаки. Так, затем вот это все убираем мы с себя. Вот. Ну что ж, ребята, в этом выпуске мы показали с Клеером вам такой мод для Майнкрафта, как модели из самой игры Five Nights at Freddy's. Один. Большинство частей. Клеер тут у нас летает. Итак, в этом моде содержится упортый Фокси со сломанной челюстью, долбанутая тренога пингвин, вешалка, о, Чика с проводами из рук, о, вернее, наоборот, с руками из проводов. Смотри, я к нему подпишу. А потом Фредди со сломанной глоткой, ему бошку свернули, наверное. Потом, это какая-то курица Супермен на одной ноге, видать, калека. Потом Мангала на рексичке, скелет. Потом однорукий машущий вам всем Бонни без пасти. Мальчик с шариками, который смотрит в бок. Посмотрите на его торчащие зубы. Он прям так и хочет прокусить свой шарик. Вот. Потом с вывернутыми назад руками спринтрап. И длинная, страшная китаянка-марионетка. Вот. А на этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Клеера, вступайте в мою группу ВКонтакте. С вами Алмазный Клеер. До новых встреч на канал. Клеер, скажи пока. Скажи пока. Скажи пока. Всем пока. С вами были Алмазный Клеер и Аниматроники. Всем пока.